Двое серовских юнцов от безделья и ощущения безнаказанности повредили 11 автомобилей. Разбив в них стекла, они выгребли из салонов иномарок, оставленных на ночь неприкаянными, возле гаражных боксов на улице Карбышева, в том числе мерседесов, все самое уносимое. Магнитолы, усилители звука, новые автозапчасти и даже аккумуляторы. Похищенное добро автопотрошители пытались увезти на 99-ке, но завести ее они так и не смогли. И бросили здесь же, возле гаражей, утащив награбленное в квартиру приятеля. Этот дерзкий налет на автомобили произошел еще месяц назад, в середине августа. Лоботрясы брели домой в ночи и наткнулись на беззащитные автомобили. Один из них уверенно заявил приятелю о том, что, дескать, место здесь безлюдное, никто их не увидит и не услышит. Трем сотрудникам УГРО через полмесяца удалось выйти на след автомобильных уничтожителей. Они во всем сознались, вспомнили даже прежние кражи из газели и легковушки. Вероятнее всего, юнцов ожидает колония для малолеток.